Які були цього тижня з гостем нашої студії, політологом міжнародником Андрієм Бузаровим. Ну, от знову ж таки, якщо у контексті так реакції міжнародної спільноти розглядати питання розслідування справ на Майдані. Наскільки, знову ж таки, активно за цим стежить Євросоюз? Так, і яку оцінку, так, і чи впливає от затягування цього розслідування на імідж України у світі? Я постійно бачу заявлення представників посольства США в Украине, вижу заявления и слышу заявления различных должностных лиц Европейского Союза о том, что необходимо привлечь виновных лиц в убийствах на Майдане к ответственности. Но пока мы этого не видим. Насколько я знаю, ни один судебный процесс, который связан прямо или косвенно с убийствами на Майдане, не был доведен до конца. Все находится в стадии следствия. Критики я не вижу также со стороны ЕС и посольства США о том, что кто-то умышленно затягивает или не затягивает процесс. То есть все открыто остается по этому вопросу. А знову ж таки, якщо говорити про постраждалих, якщо говорити про сім'ї загиблих, так от ви як юрист, так чи знаєте ви, які юридичні механізми так зараз є відстоювати цим родинам правду, правоту і ну знову ж таки вимагати компенсації? Всі механізми вже використані. Представители родственников погибших, в частности Небесной Сотни, представляют довольно серьезные квалифицированные адвокаты, я некоторых из них знаю, но они бессильны с точки зрения ускорения процесса расследования. То есть все сейчас на плечах Генеральной прокуратуры и других органов, которые ответственны за сбор необходимых доказательств. Проблема в том, что мало кто уверен, те лица, которые сейчас находятся под следствием, являются ли они виновными в расстреле Небесной Сотни, или кто-то еще есть, являются ли они организаторами расстрела. Все остается открытым. Мы ответов еще не получили. Вряд ли в ближайшее время получим. Наскільки це, от, знову ж таки, складно в юридичній площині усе це розслідувати? Ось такі справи, якого терміну, ну, якщо говорити реально, так потребують, аби от були притягнуті винні до відповідальності? І не говорили сьогодні, і всі згадували, що одну та й то одне, ну, от, серед ключових персон людина все ж таки була. Всі процеси подобного плану заполітизовані. А если есть фактор политики, он всегда усложняет объективное расследование любого дела. Я вам приведу исторический пример. В 93-м году, когда была попытка государственного переворота в Москве, когда стреляли с Красной площади по Белому дому, тогда тоже были снайперы, они убили около 100 человек. И снайперы при этом тогда в Москве стреляли и в солдат, которые атаковали Белый дом, и людей, которые были в Белом доме. До сих пор никто не расследовал это, никто не знает, на чьей стороне были те снайперы. Ви ведете до того, що події на Майдані так і не будуть розслідування? Ні, вони будуть розслідувані і, скоріше всього, буде прийнято рішення. Я думаю, в течение года буде рішення, но действительно лица, которых обвинят в совершении преступления, будут виновными, действительно ли они целиком ответственны за все действия, у меня будут оставаться сомнения. Знову ж таки, повний клубок ось цієї історії, так, із конкретними фактами, речовими доказами, документами, так, хто віддавав накази, коли, коли суспільство отримає. Це от, власне, скільки мене років? 50, 100? Достоверно, ну, ближайші годы, ну, достоверно, ближайші годы ми ответ не услышим. Будет какая-нибудь юридически выстроенная цепочка. И даже после опубликования решения украинского суда об обвинении конкретных лиц, виновных в убийствах на Майдане, я думаю, все это решение будет подвержено критике со стороны определенных экспертов, общественности украинской. И много вопросов останутся открытыми. В принципе, они сейчас непонятны. И много кто задает вопрос. И те беркутовцы, которые сейчас находятся под следствием, являются ли они действительно ответственными за действия, которых обвиняют? А для того, чтобы почали рухатися справа, так, что потребно зараз? Кто потребен зараз? Чьи свідчення? Должен быть максимально открытый процесс. Я считаю, должны все доказательства, которые привлекают органы Генеральной прокуратуры, приводят адвокаты. Сейчас видео новое появилось последние несколько дней. Насколько я знаю, по-моему, это кто-то из адвокатов Небесной Сотни привлек его. Нужно также привлекать доказательства, которые используются в защиту беркутовцев. То есть нужно привлекать и адвокатов, защитников. Они также имеют очень серьезными, располагают очень серьезными данными, которые защищают их подзащитных от возможных обвинений. То есть нужно объективное расследование, объективный процесс. Его сейчас нет.
Он сильно заполитизирован. Много, естественно, знает Янукович, много знает Захарченко, бывший министр иностранных внутренних дел, прошу прощения, который сейчас находится в России. Эти лица недосягаемы для украинского правосудия. Следовательно, мы не можем их привлечь для того, чтобы как-то узнать информацию. Многие лица, которые были одним из организаторов Майдана, сейчас находятся во власти. Их то привлекают в качестве свидетеля, то не привлекают. Тот же самый Поруби, спикер парламента, он был комендантом Майдана. То есть, я думаю, он много чего знает, много что знает. Ну, він же ходить до Генеральної прокуратури, да, є свідчення. Я не владею інформацією о том, что он говорит, о чем он рассказывает. И эта информация максимально засекречена от общественности. То есть, тут очень много вопросов мне лично непонятно. Все ж таки, повертаючись до заполітизованих справ, то якщо посилатися на світовий досвід, скільки, який термін от їх розслідування? Все ж таки, от для того, щоб ну хоча б наші глядачі почули, ну от на що розраховувати, я тому що кожного року ми питаємо, чому от нічого не, ну вже третій рік поспіль. Я привів примір з вбивствами в Москві в 93-му году нападаючих. Це діло відкрите, так і осталось. Можу привести примір з вбивством Кеннеді. Формально юридична версія є. Є рішення суду, которая изобличает конкретных людей, виновных в совершении преступления. Но понятно, что, скорее всего, все не так, как оно было установлено судом, все осталось открытое. То есть мы не получили достоверную информацию об убийстве Кеннеди. Я думаю, что лет 5-6 точно мы не узнаем правду о том, что случилось на Майдане. Дуже дякуємо, пане Андрію, що знайшли час і завітали до нас сьогодні. Я нагадаю, що гостем нашої студії був